Всем привет, дорогие зрители! Нашел очень хорошую квартирку 3 плюс 2, 5-комнатная, или, как говорят, 4 плюс 1. Почти на первой береговой линии, но здание находится на втором блоке. Как бы вот видите, первый блок, здесь второй блок. Но считается тоже первая береговая линия. Где-то песчаный пляж, где-то вырублены у нас плиты. Также в той стороне пирс есть. Вид на крепость Алании. О. Огромная терраса. Вид на горы. Квартирка для большой семьи. Смотрите, какая красота. Повернули направо. О, тут даже есть джакузи. Его нужно исправить. Можете даже джакузи сделать себе вот в этой части где-нибудь. И купите шампанское, там сами поняли, что там будете делать. Здесь я продолжаю, балкон до конца прошел, все. Терраса, то есть вот вид на горы Каркаджака и вот на эту всю красоту. Спальни большие, в квартире есть сауна. Сауна, дорогие зрители, открытый бассейн, два лифта, ухоженный сад, генератор, зона барбекю, открытая парковка. Есть? Смотрим. Так, вот красота. О. $280 квадратных метров брутто, 220-230 чистая жилая вместе с балконами квадратура этой квартиры. 11-12 этаж. Большая гостиная или гостевая, как вы говорите. Гостиная, комната, давайте так. Высота потолка 208 сантиметров. Кондиционер старенький. Здесь у нас сауна. О. Так. Кухня на верхнем этаже. Дополнительная также внизу есть у нас. Вот сидите в столовой и наблюдайте за красотой. По вечерам там у нас крепость Алании, освещение красивое. Сторона юга, юг-запад, запад-север. Вот запад там, юг тут, север, да. Запад-север. Сторона у нас. У нас одна спальня на верхнем этаже. Здесь 12,5, почти 13 квадратных метров. Отмерили лазерным измерителем. Также кондиционер санни. Первый санузел верхнего этажа. Так, еще сниму с этой стороны. Спускаюсь я на нижний этаж. Тут лесенки мраморные. Итак, спускаемся вниз. Здесь у нас прихожая. Встроенный шкаф. Вот. Также есть этот пылесос. Парфюм забыла. Значит, здесь прихожая, дверь открывается, что-то. С правой стороны у нас санузел нижнего этажа с душевой кабинкой. Проточный водонагреватель в квартире. Вторая спальня. Тоже 13,5 квадратных метров. Первый балкончик нижнего этажа. Наверху была вся терраса. Вид на горы. Зданию где-то 14-15 лет. Третья спальня. Тут у нас 12 квадратных метров.
Здесь проход нормальный. И гостиная также внизу, совмещенная с кухней. Хотпой на Ariston холодильник. Бека, у нас духовка, микроволновка. Металлическая у нас мойка. Бека. Встроены шкафы, вид из кухни. Также есть вот накопительная система, бойлер. Кажется, вот она в основном, да, ею пользуется. Комби. Диванчик. Телевизор старенький, нужно много поменять. Кондиционер тоже старенький. Здесь у нас где-то 23-25 квадратных метров. И второй балкон, он побольше. Также вид отсюда на море. Вот бассейн, покажу с высоты, большой бассейн. Там открытая парковка, там дверь открывается автоматически пультом. Здесь свой ухоженный сад. И два лифта в проекте. Фасад уже могу так показать, что сошла краска. Даже вытяжка есть у квартиры. Вот огромный балкон, дорогие зрители. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 215 тысяч 200 евро. Есть малюсенький торг, но есть. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик, я вам показываю коридоры, лифт и всю территорию. Также пройдусь к пляжу, покажу все, что там есть. Итак, дорогие, вышел я из квартиры. На этаже три квартиры у нас. Лестничная площадка. Это у нас первый лифт, вызовем его. А также здесь есть еще дополнительный лифт. Тоже работает, видите, работает. Это пожарная лестница. А здесь курилка, скажем, откроете окно, покурите там, если курите. Я не курящий, не советую курить. Также там есть место, где покурить. Если вида не хватит, вам можете сюда приходить и смотреть на море. Лифт уже пришел. Крайний этаж. 11. Ну, там два этажа. 11-12. Открывайся. Такие лифты. Вместимость 4 человека. Если обниматься. Обниматься. На 0 нажимаем. Закрываем двери. Идем вниз. Покажем, есть ли пандус. Пандуса нету здесь. Раз, два, три, 7 ступенек. Угу. Здесь есть пандус. Глянем-ка, что в этой стороне у нас. Ухоженная территория. Фасад показал. Ролик опять будет большим, 9 минут уже. Извиняюсь, забрал ваше драгоценное время. Вот отдыхают. Так, пройдусь я к морю. Может, не надо к морю, ролик будет длиннее. Нет, кто-то уже хочет купить, хочет посмотреть море. Уже деньги, мешок одел на ножку там орла и отправил денежки мешком. Открытая парковка, вот генератор. Генератор. И теперь как отсюда выйти? Пароль не помню от дверей.
Буду прыгать через забор. Кое-как вышел. Это я так чихаю. Выходим к первой береговой линии. Спасибо. Думаю. Так, переход к дороге, там пешеход. А, вот подземный проход. Это супер, вот он. Вот подземный проход, дорогие зрители. Увидели? Это очень хорошо, что есть подземный переход. Там ресторанчик. Ну, пляж. Где-то песок, где-то мелкий гравий, где-то плиты. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Если вас интересует какая-то другая недвижимость, вилла, земельный участок, у нас все есть. Приходите в Аланию и звоните. Всем пока-пока.